Привет. Шарлиз Терон все лето меняет прическу. Жгучая брюнетка, боб-каре, челка в стиле Амели. Челка, кстати, была накладной на один вечер. Это секрет. Наконец, Шарлиз постриглась коротко. Новая стрижка и темный цвет сделали ее жестче. А ведь она и так не подарок. Какой же очаровательной она была блондинкой. Но это в прошлом. У тебя отличная стрижка. Что не меняется, так это длина юбки. У 44-летней Терон шикарные ноги. На кисти рук и ступни ног она обращает внимание и у мужчин. Недавно именинница посетила финал Уимблдона. Кисти и ступни теннисистов определенно ее взволновали. Вау! Шарлиз всюду сопровождает мама Герда. Следит, поела ли 44-летняя дочь, выспалась ли. Ты что, издеваешься? Герда помогает Шарлиз и с двумя приемными детьми. Но Терон сама готовит им завтраки и развозит на занятия. И фрукты, и овощи выбирает для них сама. Я очень занятая девочка. В коридоре обувь звездной мамы и дочери. А где же брутальные мужские ботинки? Их нет. 4 года назад Терон рассталась с Шоном Пеном. И с тех пор ее никто не зовет на свидание. Роман с Брэдом Питтом Шарлиз опровергла. Терон призвала мужчин набраться храбрости и подойти к ней. Но все помнят жалкое лицо смельчака Шона Пена и не рискуют. Опасная женщина празднует сегодня день рождения. Шарлиз Терон, 44.